Друзья, приветствую! Сегодня мы займемся найтраннером от Elementor C Enduro. На лайв-канале я выкладывал видео, где рассказывал, сколько обошлось мне это шасси. Можете посмотреть видео. Вот. Ну, в общем-то, просто сама шасси стоит сама по себе. Сейчас я еще фишку скажу. Если вы покупаете Elementor Enduro, то внутри вы получаете гараж. Класс! Это было и в версии, где... шасси, когда я просто покупал. И вот в РТРной версии гараж еще больше, потому что коробка вообще большая. Круто. Вот. Так, значит, в комплекте инструкции всякие наклейки есть для тачки, которые нужно будет вырезать. Да, привет, Tamiya, тоже такие же. Дальше у нас багажник на крышу, плюс шестеренка, скорее всего, чтобы поменять овердрайв. Я не нашел в описании, какой здесь овердрайв стоит, но он есть. Процентов, наверное, то есть он минимальный, там процентов 8 или 7 у них. Ну, можно посчитать на самом деле. Вот, но он есть. Овердрайв, вращение передней оси идет быстрее, чем задняя. Фишка, которая появилась, во-первых, у Enduro и потом уже доросла до G-Made'ов. Итак, багажник. Багажник сюда будет какой-то монтироваться, потом соберем. И аппаратура. Что касается шасси, стоит она $430, я напомню. Доставка по-разному. Вот, доставка разная бывает. Ну, как бы мы пляшем от этой, да, цены. Колесная база 325 мм. Я думал, ну, наверное, это больше конкурент Axial Gladiator. Но нет, оказалось, потому что у Axial Gladiator колесная база составляет 357. Ну, на приличное количество миллиметров больше. Сколько? 22? Наверное, да? Ну, скалькулируйте там сами. Вот, так что не такой уж и конкурент. И на самом деле Гладиатор, мне кажется, массивнее, чем вот это ведро от Enduro. Ну, может, пока еще не ведро, но посмотрим. Нет, самая интересная фишка, смотрите, покажу. Просто там проваливается корпус в бампер и появляется такой интересный звук. Ну, короче, вот здесь вот какое-то ведро. То есть будешь ездить, будет громыхать, скорее всего. Корпус лексановый такой, простенький, легенький, состоит из двух частей. То есть у нас багажник и сама кабина. И дальше шасси. Ну, грубо говоря, это все та же Enduro и осталась, только она удлиненная здесь. Да, они чуть-чуть сделали базу длиннее, я не помню, можно ли на той увеличивать или нет. И вот этот вот вынос заднего бампера длиннющий, за счет чего у нас, собственно, кузов такой якобы длинный. Но здесь, по идее, все такое без особых изменений. Та же коробка, тот же овердрайв. Что касается электроники, значит, электроника влагозащищенная RIDI, регулятор 2.3S LiPo поддерживает все как обычно, ну, коллекторная система. А вот движок, по-моему, 16 витков. Ну, это написано на сайте, а вот здесь не видно. Ну, 16 витков. Я, во-первых, таких не видел, 16, чтобы, да, есть 17. Ну, может, там ошибка, может, что-то здесь они по-другому решили там что-то обозначить. Ну, фиг знает. И влагозащищенная серва, тоже RIDI 1523MG с металлическим редуктором, естественно, внутри. Тяги полностью металлические. Что у нас? Стойки под амортизаторы пластиковые. Здесь вон какие-то переходники специальные металлические идут. Карданы пластиковые, все, мосты пластиковые, внутри металл, естественно, площадки. И здесь, смотрите, вот интересно. То есть я не застал, не застал тот момент, я не стал покупать Enduro вот с этим передним мостом. Вы заметили, что здесь сзади не разрезной мост, а спереди, с передним мостом, а спереди независимая подвеска, AFS, которая у них называется. Вот, у них были уже шасси, года, наверное, год или полтора назад вышли, можно было их купить, но я не стал что-то как-то. Вот в этой шасси я решил взять, да. Плюс эту переднюю подвеску вы можете взять отдельно, она, по-моему, 100 или 110 долларов стоит, и применить на другую шасси Enduro, когда она идет изначально с двумя мостами. Вот, это, конечно, плюс, да, это такая типа копейка получается, но не знаю. То есть посмотрим, что из этого выйдет, как она поедет. Гладиатор, блин, не знаю, гладиатор, не гладиатор. Но давайте я просто замерю колеса, я что-то не вычитал, не посмотрел. Сотка колеса, 100 миллиметров. Да, не густо. Диски 1,55 дюйма должны быть, значит. В общем-то, получается такая, знаете, маленькая шасси. Да, то есть, видите, колесики такие микро. Ну, наверное, все ради копийности. Вкорячить сюда 120-е, чтобы проходимость была ого-го. И уже будет не копийная. Что касается резины,
нормальная мягкость, бывает мягче резина в стоке. Здесь, ну, нормальная тоже мягкость, протектор достаточно приличный, высокий, я думаю, неплохо поедет. Да, резина мне вот пока первоначально нравится. Да, классненькая. Переднее расположение аккумулятора и плюс бокс, вы видите, маленького размера. Блин, под шорт-паки зачем? Сделайте большой. Кузов позволяет, но может быть он есть в комплекте, конечно. Сейчас я посмотрю еще. Да, он есть в комплекте. Спасибо, эндуро. Поэтому можно поставить, если не используете шорт-паки. Ну вот разъем вы сразу бы перепаивали на нормальный, не на этот дурацкий Т-плаг. И было бы вообще круто. Глушак сзади стоит, есть для копейки. Тоже круто. Блин, ну, в целом вроде неплохо. Смотришь на тачку, неплохая. Как поедет, узнаем, да? Сейчас, кстати, из гладиатора это принесу. И аппаратура в комплекте. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Аппаратура. Асоха, да. XP-130. Итак, реверс руля, реверс газа. Двойные расходы есть руля и газа, плюс конечные точки третьего канала и R. Что такое R? Не знаю. Ну и триммеры руля и газа. Ну, это left-right, третий канал. А где он вообще? А, вот, третий канал. Трехпозиционный третий канал. Круто! На эту аппаратуру лебедку можно вкорячить. Это класс. И нам потребуется поставить 4 батарейки. И я, друзья, рекомендую использовать качественные элементы питания. Я поставлю сюда батарейки от российской компании Photon, которые сочетают в себе цена-качество. Это тот случай, когда нет смысла переплачивать больше денег за какие-то дорогие аналоги, когда вот есть Photon, покупаешь, радуешься и наслаждаешься. Я буду ставить серию Photon X. Эта серия еще мощнее, чем обычная. И поэтому в этой аппаратуре эта серия будет работать еще дольше. Так что вот этой аппаратуре от Asohi очень повезло, что в ней будут стоять качественные элементы питания от компании Photon. Ссылки внизу на батарейки вы найдете, где их купить. Поэтому, друзья, заходите, смотрите, выбирайте и покупайте. Ну, собственно, как я и говорил, как вы видите, Axial Gladiator смотрится более масштабным, более зверским, более мощным, вот так вот, да. Это касается, во-первых, резины, то есть колеса 120 для нормальной проходимости. Здесь портальные мосты, ну, как бы там по мелочи, да, кстати, здесь нет двухскоростной коробки, а здесь есть. Вот, ну, Акс подороже стоит, конечно, но Гладиатор реально, вот это кажется уже игрушкой. Вот, какая-то такая игрушечная машинка. Акс в этом деле посерьезнее, то есть, ну, покупая тачку для проходимости, все-таки я, опять же, обращусь, наверное, к Аксу, чем буду покупать эндуро на таких маленьких колесах, куда надо потом вложить денег, и чтобы она поехала. Хотя здесь в арки не влезут, точно не влезут. Я забыл сказать, что есть светодиоды, передние только стоят, но они стоят в бампере, и никакой подготовки под свет нету. Вот, ну, в отличие вот даже от того Аксиала, у которого все это есть. То есть они уже изначально закладывают. Здесь эндуро экономит в этом плане. Но копейка есть, то есть зеркала, есть дворники, вон, которые даже вот так вот ездят, и ручки дверей. Все, передний бампер, лебедку, по-моему, можно вот сюда вот поставить, если вы хотите на эту площадку кто-нибудь соорудить, хотя там серво мешается. Я думаю, не получится. А, не серво, там эти тяги. Да, не получится. Такое интересное строение. А, все, я понял, да, тяги там две идет, там не простая одна рулевая, да, длинная, а две в разные стороны. Да, ну, в общем-то, как-то пока вот так, знаете, не боевая машина, 100% скажу, а больше, наверное, все-таки для лайтовых покатушек с передней независимой подвеской, сзади мост, с овердрайвом, где-то так поездить. Вряд ли что-то она из себя крутой покажет, какие-то хорошие результаты. Но давайте протестим ее сейчас на моем суперпрепятствии. Добавил несколько элементов из комплекта. Это шноркель, как видите, монтируется легко и просто. Нужно просто просверлить отверстия, которые уже намечены. И багажник на багажнике, я бы так сказал. Вот, с каким-то тут этими мешками. Не мешками, ну даже не знаю, как назвать. Вот, смотрится уже прикольней. Да, такой экспедиционник практически, но для экспедиционника нужно его еще протюнить. В общем-то, ладно, давайте мерить уже его на стенде. Ну что, поставил 54 градуса, посмотрим, что ты скажешь здесь. Давай, эндурик. Ой, эндурик, да, я помню, того эндуро я называл эндуриком. Так,
цепляет практически задним бампером, но мне кажется, справится без проблем. Да, передняя, хотя передняя левая уже отрывается. Приличный отрыв. Не знаю. Ну, давайте следующий шаг у нас будет 56 градусов. Здесь все-таки доезжает. Да, нормально. Лови 56 градусов. Давай. Смотрите, я еще увидел такая примерно прикольная защита на переднем бампере. Видите, она уходит туда вниз. Класс. Ну, два клыка торчат, конечно, будут мешать. Ну, ладно, ну их можно срубить, если на них ничего не вешать. Итак, заезжаем задним бампером, опять цепляем там что-то. Давай, 56 градусов, напомню, 56 градусов. С легкостью практически берет. Молодец, неплохо. Так, ну дальше где-то 57,5. Вот так вот где-то выходит. Там немного не точно будет уже. Проблема. Зацепился задним бампером. Ну, а... Давай, нас интересует подъем. Неплохо. 57,5, где-то вот 58 берет. Обалдеть! 59 градусов, друзья мои. Это приличная заявочка. Сейчас, если мы сможем проехать. Не может заехать, блин. Вот минус заднего бампера длиннющего. Давай, 59 градусов. Поехали, 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 поехали. Нет! По факту 57,5 градусов очень хороший результат, я считаю, да. У него маленькая резина, поэтому низкий центр тяжести получился. Поставь 120, наверное, результат будет похуже. Но ладно, тачка из коробки очень неплоха в плане подъема. Воу, как ты слепишь. Ну что, все, припарковал его в гараж. Друзья мои, давайте в следующей части посмотрим, на что способна эта тачка на бездорожье. Надеюсь, нам осень еще позволит это сделать нормально. Нормально гряземестные участки какие-нибудь найдем. Посмотрим, как работает эта передняя подвеска в плане проходимости, да, независимая спереди. Хотя у меня Нива есть такая же, точно такая же, одинаковая, плюс только у нее передок разблокирован. А здесь полные блокировки идут. В общем, друзья, ссылки все внизу найдете под видео. Заходите, смотрите и ждем тогда новый тест данной тачки и потом сравнительные тесты против каких-нибудь ближайших конкурентов. Ну, наверное, начнем с колесной базы, да? Плюс-минус, чтобы были похожи. Пока!